Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне. Об этом президент заявил на встрече с послом Индии. Панкадж Саксена завершает свою миссию в Беларуси. И, как отметил Александр Лукашенко, он относится к числу тех, кто внес значительный вклад в укрепление отношений. Глава государства обратил внимание на важность обмена визитами на высшем уровне. Также Александр Лукашенко сказал о заинтересованности Беларуси в индийских инвестициях и подчеркнул важность создания совместных предприятий для производства товаров. В свою очередь, Панкадж Саксена выразил благодарность Беларуси за поддержку Индии в международных организациях. Четверть века со дня образования отмечает Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане. Советские солдаты многие годы показывали в горячей точке истинный пример верности и служения Родине. И уже 25 лет организация не дает забыть боль жестоких потерь, напоминает о хрупкости и ценности мира. Поздравление союзу президент отметил: «Имея заслуженный авторитет, вы вносите значительный вклад в сохранение единства и согласия в обществе и воспитание молодого поколения». Проект развития лесного сектора в Беларуси дополнительно профинансирует Всемирный банк. 12 миллионов евро помогут увеличить масштабы отдельных мероприятий, инициированных в начале проекта. Речь идет о двух новых лесопитомниках в Могилевской и Гродненской областях и приобретении лесной техники, оборудования. Всего при помощи первоначального займа и дополнительного финансирования будет усовершенствовано 6 лесопитомников.